Между тем, дураки и дороги уступили пальму первенства в сфере ЖКХ в рейтинге российских бед. По данным ВЦИОМ, ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве страны стала волновать россиян больше всех остальных проблем в последние месяцы. Одной из самых серьезных ее посчитали 64% участников опроса. В горячую пятерку проблем вошли также низкий уровень жизни населения, коррупция и недостаточно качественная медицина. Алкоголизм угрозой для россиян считают 38% опрошенных, безработицу 34%, а наркоманию 31%. Остальные беды пугают россиян значительно меньше. Так, например, нарушение прав человека считает серьезной проблемой лишь каждый десятый участник опроса.